Однажды я увидела по телевизору фильм про джунгли и попросила родителей купить мне дикого попугайчика, точно такого, как в фильме. И папа, и мама подарили мне на день рождения красивого попугая. Такого ни у кого нет. Вскоре мы подружились, и он рассказал мне свою историю. Всех нас несли однажды в лесу густом и влажным. Лежали мы все вместе, нас было ровно 10. Но сборщики нашли нас. Наверное, был заказ. Одно яйцо разбилось, и 9 стало нас. В корзину, как попало, нас положили, бросив. Одно яйцо пропало, нас вылупилось 8. Нас кое-как кормили, один не ел совсем. Он вскоре обессилел, и нас осталось 7. Кололи нам в дорогу лекарственную смесь. 7-му дали много, нас осталось 6. Нас пеленали сильно, и одному, поверь, бинтом сломали крылья. Нас 5 теперь. Связали брата к брату, а воздуха так мало, что задохнулся 5-й, и 4 настало. В отсутствие движения случается порою застой кровоснабжения, и нас осталось 3. Нас приводили в чувство, чтоб жили мы в неволе, но кто-то не очнулся, и нас осталось 2. Ваш климат оказался суров для нас, друзья. Я один остался я. Я, увы, в неволе, испытываю боли во сне и наяву. Скучаю я по маме и чувствую, что с вами недолго проживу. Дорогие друзья, пожалуйста, не заводите диких зверей и птиц. Нам только кажется, что им с нами хорошо. Нам это только кажется.